С нового учебного года в школах могут появиться уроки начальной военной подготовки. Об этом сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Блокнот решил выяснить у жителей города, как они относятся к этой инициативе. Хорошо. Хорошо. Должны быть готовыми или нет. Это очень хорошо. А они же всегда были, что курсы НВП, ОБЖ у нас было. Не, ну почему бы нет? Мы же тоже в свое время учились. Будет. Просто будут знать, и дети уже будут хотеть в армию идти, они будут прятаться. Я положительно к этому отношусь, потому что в свое время у нас также была военная подготовка. А в мире, знаете, вот видите, что творится. НАТО уже окружил нас. Надо готовиться. Я уверен, что это удастся нам. Тут вопрос не в пользу дает. Вопрос в том, как оно будет преподаваться. Как у нас преподавалось, никакой пользы вообще не было. Надо. Таким образом, все ставропольцы проголосовали за введение уроков начальной военной подготовки, потому что в дальнейшем это может принести огромную пользу.